Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам, левитам, всему колену левиину не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, сам и сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковою частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его».